Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами 5P74. И сегодня мы начинаем играть впервые на моем канале игру квест. игру приключения. Да, на моем канале были игры с квест-составляющими, такие как Alone in the Dark, например, Nocturne, да и те же старые Resident Evil, где нам приходилось порой шевелить мозгами. Вот, но решил вот попробовать хотя бы разок сыграть с вами в квест. Тем более, что я вспомнил про такую игру, как Остров обезьян, Monkey's Island. Это, наверное, даже не один из моих любимых, а самый любимый мой квест, который, ну, я еще играл в детстве, в старую версию. Вот, мы будем играть в новую, так называемая специальная редакция, Special Edition. Почему выбрал именно вторую часть? Ну, те, кто более-менее увлекается квестами, знают, что компания LucasArts переиздала первые и вторые части «Острова обезьян» в 2009-2010 годах. Вот. И почему я выбрал именно вот вторую, например, часть? Ну, вообще, вторую часть... Ну, в первую я в свое время не играл, только вот в переиздание поиграл, решил поиграть. Вот, а вторая все-таки была, наверное, моим, если не ошибаюсь, реально первым квестом. То есть, который меня очень сильно зацепил, очень понравился, и я его считаю, наверное, чуть ли не лучшим квестом за всю историю игр. По крайней мере, для меня. Вот. Ну и вспомнив про вот этот Special Edition, я в него еще... года два назад хотел поиграть, но тогда не было русификатора, вот, но на данный момент, слава богу, мне удалось разобраться, что и как сделать. Ну, появился русификатор, правда, он там сразу ставиться не хотел, но мне удалось немножко потанцевать с бубнами, и, слава богу, все пошло нормально. Вот. Ну, вообще, конечно, так и есть такая небольшая перспектива попробовать пройти все острова обезьян. Я играл во все, проходил все, кроме первой части. То есть первую я начал играть, вот специальное издание, я не помню, где-то половину, наверное, прошел, и все, и там застопорился. Хотя вот в специальной редакции там есть уровни подсказок, там я даже с ними не смог пройти. То есть вот я вспоминаю сам, когда мы играли еще во вторую с друзьями, она была на английском. А мы в то время английский-то все, никто у нас особо не знал. Единственное, мне помогала моя сестра, она более-менее тогда разбиралась как-то, вот, и она нам в основном все переводила, и мы там как-то вот эти головоломки решали. То есть игра была очень сложной, но интересной, поэтому я решил к ней вернуться и посмотреть, ну, насколько она будет в специальном издании отличаться. Вот, и так как я ее проходил очень давно, много я уже, конечно, забыл. Да, основные какие-то моменты по квест-составляющей я что-то примерно помню. Но большинство загадок уже так из головы вылетели, поэтому мне интересно вот играть им. Ну, не, допустим, ту же первую часть, которую. Да, я хоть и играл, но я опять там практически все забыл. Ну, половину первую, вот. Все-таки поиграть в игру, которую прошел когда-то, да, удалось нам осилить ее, то есть у нас был там ступор, я не помню, даже в год, что ли, там мы дошли до какого-то момента и все, дальше не могли. И потом все-таки, я даже не помню, то ли на дискете нашли прохождение и смогли там в одном моменте понять, что сделать. Это, я вот точно не понял, это была другая игра, либо сами догадались. Просто в то время не было еще когда особо интернета. То есть это конец 90-х был, поэтому не было нигде подсказок, мы все сами додумывали. Вот. Но
В итоге мы ее осилили, поэтому мне интересно, смогу ли я сейчас ее осилить. Как бы помню какие-то моменты, ну и... Вот, ладно, прошу прощения за много слов, просто это действительно прям такая вдохновенная игра. И слава богу, наверное, что я ее вспомнил. Не знаю, понравится вам, не понравится. Посмотрим. Давайте начнем. Да, здесь можно переключать как в новом варианте, так и в классическом. Ладно, давайте посмотрим. Hi, Elaine. Do you think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean... Big Whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Either way, we won't have to hear about that Chuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid 50 bucks for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Итак, мы начинаем первую главу. Эмбарго Ларго. Значит, кто не знаком вообще с сюжетом, ну, кто впервые видит, ну, и слышит что-то по игре Monkey Island, вкратце расскажу. Главный персонаж, как второй части, так и всех других серий, это бесстрашный пират Гайбраш Трипвуд, ну, или, можно сказать, человек, который пытается стать настоящим пиратом. Вначале он беседовал со своей девушкой Элейн, повисшей на веревке. В первой части он ее пытался спасти из рук злобного, можно так сказать, пирата-призрака Личака. Вот, он его как-то там победил. Я игру до конца не проходил, поэтому не знаю, что там произошло. Вот, ну и здесь он уже рассказывает там про свои подвиги. Ну а в данном случае, я так понял, он рассказывает историю вот Элейн, что с ним произошло, как он докатился до такой жизни. Мы сейчас будем смотреть, что вообще, почем и как все здесь происходит. Так, значит, можно, да, вернуться к старой версии. Вот так выглядит игра 91-го года. Вот так мы в нее играли. Ужас. В то время это гораздо симпатичнее выглядел. Кстати, смотрите, какой у нас огромный багаж всего денег, сколько всего. Вот, ну и, собственно, 9 глаголов, которые помогают взаимодействовать с окружающим миром, ну и решать головоломки. Вот чем и была и сложная игра, тем, что не подсвечивались активные объекты, то есть приходилось вот просто вот так курсором водить по экрану, вот так, хоп, видите, навели walk to sign, то есть идти к знаку. Вот, и искать какие-то активные. Мы вот так, помню, сидели и часами, вот когда уже не знали, что делать, вот просто заходили на каждый
ну, на каждый, как это сказать, на каждую арену, и вот так вот водили, не пропустили ли мы чего. Вот, ну и плюс эти 9 глаголов, то есть если в современных квестах что там правая-левая кнопка используется, там и все, все на них завязано. А раньше, видите, очень жесткие квесты были, поэтому... Ладно, давайте вернемся к новому виду, так, я думаю, для многих приятнее. Так, ну мне надо разобраться с управлением, я читал, как что. Да, и кстати, я выключил подсвечивание предметов, чтобы, ну, хоть как-то вернуться к старой системе. Ну и плюс я все-таки игру играл и какие-то моменты помню. Так, а вот колесиком это варианты, которые мы будем делать, потянуть. И вот, представляете, да, вот вы подходите к какому-то активному объекту и начинаете вот эти все 9 глаголов перебирать, ну, когда уже все там, все испробовали, там, использовать, осмотреть, взять, поговорить. То есть, если сейчас все вот эти моменты одной кнопкой, то раньше вот тем игра была и сложна, но все-таки интересно. Так, левая кнопка мыши, он ходит. Welcome to Woodtip. No treasure hunting zone. Welcome to Woodtip. No treasure hunting zone. А вот правую кнопку зажимаем. No treasure hunting zone. Он... No treasure hunting zone. Это чё? Welcome to Woodtip. No treasure hunting zone. Правую кнопку он смотрит. А, вот зажимаем, и мы можем осмотреть и взять. То есть у нас как бы сразу подсказка, что с ней можно сделать, то есть остальное с ней сделать нельзя, только либо осмотреть, либо взять, что ли. Да, ну это я помню, мы можем брать лопату. То есть здесь немножко нам упростили вариант. Хотя вот можно поговорить, открыть табличку, закрыть. Ладно, хорош хренью страдать, надо идти вперед. Вот, но сразу скажу, впереди нас ждет очень плохой парень, который заберет у нас все золото. И я помню, как мы с друзьями первый раз... Блин, мы так хотели сохранить наш инвентарь, столько монет мы пытались. Блин, а что если пойти назад, там, не идти к нему? Вот, и смотрите, даже если пойти назад... То он все равно на него напорится. You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Так, что тут у нас? Это что-то вроде пошлины, конечно. Но здесь, я так помню, без раньше в ответе. Ну давайте, кто меня заставит? Top guy, а? А вот, оказывается, как Тавгай переводится в хоккейный сленг. Крутой парень. Куда он его трясет? Сейчас все золото в воду. А кто же охраняет? On sea or on land, you can't ever hide from Lago Ligre. Вот гаденыш. Top town. I guess I should have got those traveler's checks. Так, а как у нас этот открылся инвентарь? Что-то я. А вот центральная кнопка. Окей. Так, ну что, давайте сохранимся на всякий случай. Я не помню, есть здесь автосохранение, вроде то, когда выходишь. Ну и здесь процент сразу высвечивается. Удобно. Так, ну что. Ларго нас обокрал. Можем вернуться назад. Ну ладно, или вперед пойдем. Честно говоря, я, ну, если брать глобально, примерно помню, что у нас за миссия основная, но вот если так
постепенно брать, вот какая в начале, какая потом. Но он что-то говорил про корабль, типа хочет найти корабль, чтобы свалить с этого острова. Ну да, это, можно сказать, основная из задач. Даже, наверное, основная, которая будет потом составляться из других задач. Ладно, пойдемте в дверь. Древодел. Так. Ой, не ту кнопку. Ну и тут. Здесь уже больше вариантов. А чё так? Get away from there. It's not for sale. Использовать. It's not for sale. Comfortable looking chair. It's not for sale. Потянуть, толкнуть. Get away from there. It's not for sale. Я даже не помню, что-нибудь с этим. Так, а дверь? Смотри, дверь. А, он уходит. Окей, ладно, давайте сразу поговорим с древоделом. What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo LeGrand. Oh. Да, здесь будет много про вуду, говорится, кукла вуду. Ладно, пока вам не буду ничего говорить, что там дальше, постепенно будем идти к этому. Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith. Which gives one of us an excuse for dressing funny. На траве трава, на траве дрова, ведрова на траве двора, что? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood. Говорят, что-то я этого не помню. Нет, я играл английскую, конечно, версию, чтобы они так что-то woodchuck чек на дрова вдоль двора и дрова вширь двора. Выдавиться двора. Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Не, ну мне кажется, на английском это проще выговорить. Woodchuck-chuck, wood, woodchuck-chuck. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. I'd like to look around a bit. Sure thing. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. А, ну все, он больше ничего не хочет. He looks buff. Работяга. I don't think he'd like that. Давайте его используем. I don't think he'd like that. I don't think he'd like that. Так, окей, что тут у нас имеется? Календарь. Но я думаю, пока он здесь, мы не сможем ничего взять, хотя может что-то и... Если вы не отключили подсвечивание, то две кнопки мыши и... И можно будет... Так, табурет. Можно взять табурет, друг? Так, а верстак, что там есть? Молодец. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Молоток тоже, наверное, не получится. It's not a toy. Так, ну насколько помню, надо будет его как-то вывести или и вывести и отвлечь как-то. Так что сейчас мы ничего не сможем взять. Что значит А для прослушивания аудиокомментария? Okay, here is the big premiere of iMuse. Right? Yes. This is the biggest and I think the biggest ever most complicated piece of iMuse music that was ever made. We have like two like full-time. Типа разработчики об игре говорят. Ну вообще вот те, кто переводил, молодцы, они классно все сделали. Вот даже интерактивные объекты вот здесь все перевели.
И я рад, что могу поиграть в свою любимую игру теперь на русской, в русской версии, еще улучшенной русской версии, и понять больше, чем я понимал в свое время. О, кстати. А, нет, это просто стопэ, дверь. А он может что-нибудь с ней сделать? Закрыть, открыть. Ай, ай, стой. Нет, только смотреть и зайдет. Что-то мне просто показалось, что там пила, что ли. Хорошо, идем дальше. Как мы видим, этот Ларго нравится, уже не нравится и плотнику, не только нам, табличка. The Bloody Lip Bar and Grill. Еще одна. Help wanted. 1 week salary in advance. Inquire below. А где ниже? Ну что, ее осматривать? Идем туда. Но я думаю, я привыкну к управлению и уже буду быстрее. Какой-то парень рисует карту. Поговорим. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck Busting Stud. Ага. Да, это много ему говорит. Yes. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Вали, так, у меня есть несколько вопросов. Ну давайте поспрашиваем. Thinking about moving. Про Скап Айленд. Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood. Shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Да, нормально. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the... Гниющее болото, есть такое название, комфортно, какая же тогда некомфортно. Anytime. Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm fully armed. Nobody sent me, I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Что за большой куш? Ну, они вначале что-то с пиратами рассказывали. Ну да, пока что мы только это и знаем. No, tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Инки же это... Хотя, смотря как переводится. Вау. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Wow, that's some story. Of course, it could just be an old legend,
But if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Что мне нравится, текст, в принципе, ну и они говорят довольно-таки быстро, и текст, ну, комфортно идет, то есть, вот вспоминая другие квесты я играл, вот там обычно как-то очень медленно говорят, и самому кликать приходится, чтобы текст про, ну, быстрее листался, а здесь они, ну, удобно, то есть, успеваешь прочитать, и он перелистывается. Так, что он здесь делает? Ну, я думаю, карты рисует. You do open heart surgery in here? No, I'm the map making sort of cartographer. Oh. Что-то я, блин, просто о чем спросил и удил. Так, а какие карты ты делаешь? Every kind of pirate could need. My eyes have seen the whole world. And there's not a part of it. Такой мелкий, уже все повидал, да ладно. Maps are very, very important. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Да, кто не знает, Магеллан первый, насколько я помню, обогнул весь мир. Вот. Типа не знал, куда плыть. И... Так, ладно. Ты знаешь, я могу. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too! Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners, you know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. Это я уже слышал. Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. Be my guest. Так, вроде он все сказал. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. Нет, все больше. Так, и насколько я помню, когда он кладет свою эту линзу, можно ее быстро взять. Сейчас посмотрим, смогу ли я это сделать сейчас. Блин, надо нацелиться. Я не той кнопкой все жму, я как не привык. Опа! Where's my monocle? Can't see a thing without my monocle. О, отлично. Where is that thing? Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. If you see my monocle, let me know. I hope I didn't lose it. I'll never be able to afford a new one. How am I supposed to work? Ну-ка, она дать ему обратно. А, нет, oh, да. There it is. Thanks. Сейчас попробую еще раз забрать. Быстрей! Молодец. Gang, I've lost my monocle again. Так, что тут забрать? Что можно? Стопка листов бумаги. I'm such a dope. It's a pile of blank paper. It's a pile of blank paper. I've got enough. Can't I do anything right? Бумага. Угу, пригодится. Так. Oh, shoot. Карта. Что на карте? Nice map. Uh-huh. I bet my mom would help me find it if she were alive. I can't reach it. Ну, блин, подойди ближе. I like it too. I can't reach it. For crying out loud. Если так. I hope it didn't roll onto the floor. Nobody move. Нет. I can't reach it. Так, здесь I can't believe somebody would steal it. Кровать. Reminds me of a dollhouse I once had. I'd go for help, but I'm Чего? Afraid to walk around like this. Что-то напомнит. I mean, my sister once had. It's too small. I'm stuck here forever. Так, ну, пока вроде все здесь. To death in here.
Пусть парень ищет свой монокль пока. Так, идем дальше. Ну, я думаю, в первых частях на новых местах у нас много болтовни будет, поэтому, надеюсь, она вас не утомит слишком. Придется со всеми поговорить, послушать, что вообще происходит. Так, что-то крыса тут бегает. Так, что у нас тут происходит? Насколько я помню, здесь стирка белья. Not responsible for lost buttons or hooks. Так, это все одно. Здесь. Not responsible for stains left on clothing. Чего они не отвечают за пятна? Not responsible for stains left on clothing. Не отвечают за пятна, оставшиеся на одежде. Как же вы стираете? Ну, давайте поговорим. What do you know about Largo LeGrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean. Да. Who are you? Sure, sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. I got a laundry type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out? Ketchup? What do you want me to do? Ketchup. Nothing. А почему усы? Ketchup. Типа лови вверх. Осы же восп будет. Так. Вопрос прости. А, или мы только что задали. А нет, где ближайшее ателье? Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Ну, еще зададим. А, нет, все Actually, nothing. I don't care about clean clothes. No, I don't have wheat loaves. I didn't Gloves. Просто я помню какой-то квест, где надо было три раза, что ли, поспрашивать, и что-то на что-то можно было выйти. Я думал, что... Ну, а вы когда убиралась в моей комнате, я по тебя пока меня килевали. Я-то меня... Ну-ка, я стою. Короче, он... Я так понял, мало того, что плохо видит, так еще и глухой. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, sonny. Ну, я думаю, нет смысла. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Ну, я думаю, нет смысла все эти ответы говорить, они ни к чему не приведут. I thought I wanted to talk to you, but I don't. Так, коробка. Открыть, закрыть. Сначала посмотрим. Nice. Конечно. И что там? Nice. Блин, да скажи, что... А, насколько я понял, мы потом тут ловушку для крысы как-то сделаем. Так, ведро возьмешь? Hey, leave that alone. Sorry, is this your bucket? Ты ж спал. Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Спасибо. Типы с низким содержанием морали. А, ну здесь сразу с тремя. They're sleeping peacefully. Поговорим. What is it? Hi. Do we know you? Hmm.
Что-то я вот это не помню. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Gorbush. What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. Какой губернатор? У вас тут нет губернатора. But what does this have to do with performing? We're getting to that! We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Опять этот большой кур. Что-нибудь нашли? Did you find anything? Not exactly. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so we just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. That we're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Так, что случилось? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism Сокулы, of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmith's and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right, right. Oh, I see. You do? Oh, good. Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Кстати, про полироль. I'm rich. Один. Я помню, ну, когда полироль там добудем, можно бесконечно полировать и зарабатывать по одной монете. Я помню, мы там какую-то сумму в дальнейшем надо было собрать. Вот. И мы пытались вот этим способом по одной монетке. Потом поняли, что это очень долго, там то ли 1000, то ли 10 000. И плюнули на это. Так. Может, они еще что скажут? Что, все что ли? Да, что-то как-то. Так, ну вроде все здесь. Пока что тоже делать больше нечего. Ну что ж, друзья, давайте пока на этом прервемся. Осмотрели первую часть этого, этой бухты, так сказать. У нас впереди еще корабль, гостиница. Ну и здесь типа бара, насколько я помню. Кухня, бар. Их мы уже осмотрим в следующей части. Ну и также сходим.
другую сторону острова. В общем, если вам все понравилось, ставьте лайки, комментируйте. С вами был 5P74. И до новых встреч. Всем пока.